Ну что, друзья, наш огненный КамАЗ собирается. Вы просили ЕМЗ. Будет и ЕМЗ. Даже если предоплата не поступит, данный КамАЗ будет с двигателем ЕМЗ. Цена его 2700. 11 год. Он не подходит на лизинг. Но зато отлично подходит или безнал, или просто наличка. Двойная рама. Выхода это все мы делаем всегда. Фаркоп по желанию тоже если что поставим. У нас будет три таких КамАЗа. Три. Чем же они друг от друга отличаются? Один ЕМЗ двухскатка, второй КамАЗ двухскатка, третий КамАЗ, двигатель КамАЗ, одна скатка. Думаю, будет бомба. Все 11-е года во всех мосты Мадара. Цена от 2500 до 2700. И они уже в процессе сборки. Все они будут длиннобазными. Монтажная длина 7800 до 8 метров. Межколеска 4690. Везде коробка ZF16. В этом будет цвет хаки. Низкая кабина. До рестайлинг. В остальных еще обсуждается. По бакам тоже все решается. 500, 600, 1 или 2. Что могу сказать? Евро. Тут будет... обычная панель, железная. Вот так. Так и работаем. На всех это будет гарантия. 20 тысяч километров или 3 месяца. Оперативная. Он мне помогает. Какие у вас вопросы? Ну-ка, с вашей стороны давайте. Ответы на вопросы, раз уж так пошло. Нет, вот это же не прямой эфир. Это просто видео. Меня спрашивали, какие мосты лучше, Мадара или Мерседес. В практике. В обслуживании. Напишите в комментариях, как думаете вы. Как кажется мне, что так как... Мне монтажку могут походу закинуть в меня, но... Мадара. Хорошие мосты Мадара. Ну, в общем... Запчастей очень гораздо больше на Мадара, чем на Мерседес. Но они сняты с производства. Поэтому сняты. Поэтому по мне так и те хороши. Все упирается в бюджет. Потому что тут разница между, ну, сколько? Как минимум 500 000. Как минимум. Между Мадарой и Мерседесом. Мерседес явно будет ходить лучше. Но запчастей пока на них особо нет. Поэтому, видите, тут такие свои плюсы и минусы. Непривычно разговаривать, когда мной манипулируют. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем стараться делать для вас более интересное видео. Поэтому вот здесь, по мне так, то, что мы делаем одновременно три различных КамАЗа одной модели, это круто. Вот так. Спасибо. Всем пока. Так, про этот КамАЗ рассказали, но не показали. Поэтому пробежимся. Покажем всю нашу подноготную. Не надо, да? Не надо, что, реально не надо было снимать? Нет, я перед своими подписчиками ничего не скрываю. А вот это не снимать, все понял. Точно ли?